Всем привет! Рад вас видеть на нашем канале Ретросталкеров. У нас сегодня с вами очередная распаковка, как говорят эксперты, топ контента для Ютуба. Распаковка будет непростая, это посылка с любовью из России от ставперских посиделок. И сегодня со мной также ее будут распаковывать участники нашего, так сказать, творческого объединения. Итак, сегодня со мной на записи будет гражданин Паперман, он же Верхнастафт, бывший владелец канала Верхнастафт. Преподобный Верхнастафт. Здравствуйте, да. Мальчишки, девчонки. Также сегодня с нами Димка Жирнов. Салют, это Жирнов. Посмотрим, какие мы тебе прислали пирожки с вареньем. И также с нами Коля Никси-Пикси, который, в принципе, организовал всю эту посылку. От него она приходила из Йошкар-Олы ко мне в Лондон. То есть он ее упаковывал, запаковывал, отправлял. То есть самый главный ответственный человек за все, что сегодня будет происходить. Ребят, всем привет. Наконец-то посылка дошла до Влада. Причем даже так быстро дошла. Нормально. Чуть-чуть поушатали. Влад нам уже фоточки показывал. Но, в принципе, надеюсь, сок там не пролился, как мы любим. Также мы ждем предыдущую посылку от Влада, которую там он обещал сделать. Распаковочку, да. Распаковка вот будет рано или поздно, она не может не быть. В той посылке, эта посылка как бы пробная такая получилась у нас. Дойдет, не дойдет, деньги у Влада спишут лишних, короче, или нет, вот посмотрим. Вроде все дошло, ничего он не заплатил. И, короче, ждем первую распосылку и погнали. Да, погнали. Итак, у нас это была сегодня доставка Эс Вентуры. Да, доставка имени. Кстати, очень довольно неплохое состояние у посылки. Более или менее. А там углы спасли, я смотрю. А на самом деле Никси ее в таком состоянии. Да, да, да. Такая коробочка была. До Эс Вентуры Никси сам так нес. Ну да. Блин, я только хотел похвалить вот эти ваши коробки с Почты России. Дергай. Там, правда, скотч. Только они что-то ни хрена не работают. А, да, и сегодня также с нами Семён, как всегда. Семён тоже участвует. В доме все его. Там эти застежки перетянуты этим скотчем. Не-не, а тут она сама сломалась, поэтому придется чуть-чуть повозиться. Самое главное, это коробка для кота. Ну, ее главное, что внутри. В доме тоже все его. Надо проверить. А, кстати, там же, скорее всего, для нее что-то есть. Забегая вперед, небольшой спойлер. Семену тоже сегодня достанется с замута. Ох, как достанется. Нормальные люди детям друг другу что-то отправляют. Да, с Владом. Да. Котам. Два особо развитых котам отправляем. Он моему, я его. Мышам. Два сумасшедших кошатника встретились, да? Да, рабы-рабы, правильно. Оп. Рабы должны на хозяина работать. Подкармливать его в нужный момент, а то все. Так, сразу сверху первая вещь, вкусняшки, так, проверь. На качество. Можешь есть. А попробуй отгадать, откуда этот сникерс? Откуда? Где его делали? Сникерс. Где его держали? Это что, Великобритания, хочешь сказать? Нет, это на С город начинается в Московской области. Да, точно, там делают сникерсы. Это надо будет сначала коту дать попробовать, мало ли что. Так, сразу сверху такой кулечек запечатанный. Парни, признавайтесь, от кого. Это, по-моему, мое. Ну, а ты открой и увидишь. Да, там подписано должно быть красным маркером. А, все. Блин, я чуть неприличное слово не прочитал, но тут написано «Famous Nostalgia». А, это, по-моему, прислал коробочку мне Жирнов, а я уже в нее упаковал, тебе отправил. А. У нас безотходное. Нет, ты мне отправил, а я уже отправил дальше. А, ну да, у нас безотходное производство. Да-да-да. Кстати, забегая вперед, скоро тоже Сашке Ретросталкеру отправлю посылку, и там опять все те же коробки, которые Пейперу отправляли, Журналу, все туда отправится, в Германию, короче. Ну, а мы любим природу. Ага, да? Это как раз сразу Семену похоже. Как завещал один умный человек. Да. Ты правильно вытянул? Королям сразу же подарки. Да, сразу сверху, как положено. Еще вкусняшки. Вкусняшки вот продолжаются. Вот крольчачьи дольки вообще обожаю.
Крольчачьи дольки, но Шикуйте. сегодня, да, Семён будет. Сегодня Семён будет пировать. Слышишь, Сема? Кошка, кстати, не ест, а кот очень любит. Если Семён не будет, можешь сам попробовать, наверное, вкусные. А, это на... я уже вижу, что это у нас обмен с верхнаставшим. Махнулись не глядя. Это сегодня пополнение. Ну-ка, же запаковано-то, дай боже. Интересно. Ну да, видишь, пробная посылка. Мы же тебе не отслали еще, только через Сашку. Вот мы ничего хорошего сегодня тебе не отслали. Проверка должна быть такое, так. Так себе отправили. Пополнение на PS2. У меня такой игры нету, но мы как раз договаривались с верхнаставтом, что ему не принципиально. Слушай, это Силт или Перепак? Что-то знакомая коробочка. Да, знакомый Перепак что-то. Я, по-моему, такой кому-то отсылал. В общем, Guitar Hero 5 у меня пока нету, ну, теперь уже есть. Мы договорились с верхнаставтом махнуться не глядя, потому что ему не принципиально, на какую консоль иметь. Я ему подгоняю Guitar Hero 5 на PS3, который я уже купил давненько, лежит, кстати, вот буду отправлять скоро парням в Россию, а он мне взамен Guitar Hero 5 в мою коллекцию PS2. Так что сегодня стену пополняем. Видишь, Жирнов не пропал, ну, вообще, даром, да, вообще, да, прям в нужные руки попал. Но ты же все равно не обидишься, не, человек приятный. И то, что я вам отсылаю, вы вправе этим распоряжаться как угодно. Что хоть это еще. Но только среди нас, да? Но только не продавать. Отомстить будешь. Мы же... Тейкин. Тейкин. Это, по-моему, тоже верхнаставт. Ну да, вроде бы. Да. Да-да-да, там все в этом. Тейкин, полный комплект на, комплект на PSP. Если вдруг кто не в курсе, то верхнаставт потихоньку подсобирает коллекцию на PSP. У меня тоже такой не было. Это не только на полку, но и поиграть, в принципе, тоже Тейкин 6. Вот подгонщик от верхнаставта. Так как верхнаставт собирает игры на PSP, отсылайте все ему. Да, кому что не надо, все в нижнюю верхнаставтовку, верхнаставту в руки лично, гражданину Паперону. До востребования. Паперману. До востребования. Дальше, опять же, игра на PSP. GTA Chinatown Wars. Неполный комплект, но, в принципе, она мне нужна на поиграть. Я ее играл на PSP. Блин, крутая вещь, мне очень понравилась. Очень классная Влада, штука. Влада, там вкладышей никаких нет? Вообще. Каких вкладышей? Ну, там... Не, она пустая. А там чисто... мануал и карта, да? Ой, и это карта. И постер, по-моему, да. Постер. Потому что у меня постер только есть. Тоже неполный комплект. Ну вот. А у меня чисто игровой вариант. Это не на полку, это даже у поиграть. У меня даже нету ее. Я не знаю, что там должно быть. Ретро-сталкер такой же комплект отсылал, по-моему, Игорь. Может быть, я уже... Так, дальше кулечек. Кулечек. Влад from... О, судя по надписи, я догадываюсь, что там может быть внутри. Только от кого, ребята, признавайтесь? Это, по-моему, от Гуннера, его... Да, это его сейчас нету такое... с нами, но... Его нет сейчас с нами. В голосе не дали мне договорить. Ну да, на записи. Услышал, Влад-то? Что-что, говоришь? От... Это от Никиты, услышал? Да-да-да, от Никитоса. Никита, спасибо большое. Никита у нас мастер на все руки, если что. Если вдруг кто еще не в курсе. У нас на канале можете посмотреть несколько топов с участием Никиты. Ага, все, вспомнил, точно. Блин. На кухне больше звук не буду записывать, потому что холодильник включился. Да, особо не слышно его. Сейчас у тебя спектром сбросится. Ну там каким-нибудь 160 кГц подчистить, убрать. Здесь подгон от Никиты, то, о чем мы договаривались, то, что я через него себе на коллекцию мутил. Барби Riding Spirits, да, он тоже не комплект, но у нас очень-очень редкая вещь и недешево стоит. Как раз у Никиты где-то, ну может это уже сколько месяцев назад было, я, честно говоря, даже не помню. При каких обстоятельствах, но договаривались. В общем, он подмутил мне. Блин, классная вещь. Очередная пополняшка на PS2. Редкая у нас в Англии. И это, я так понимаю, подгон от самого Никиты.
Что это за игра? Interplay? Это Brotherhood of Steel Fallout на... О, тут еще и постер, ничего себе. Вы говорите, какой нафиг мануал это пиратка? Что-то есть, сейчас посмотрим. В общем, пираточка. Пираточка на PS2, Brotherhood of Steel. Ну, такой будет полочный вариант. Мне очень нравится серийный номер. Если нас YouTube пропустит, вы видите, парни? Да, там. Наверное, на камеру не будет видно потом. Я думаю, фотографию вставим серийного номера игры. Уникальное издание, я считаю. Уникальное издание, редкая коллекционная вещь. Вот. Надо будет потом заграничным показать коллекционерам, похвастаться. В комиссионке такое не купишь. Такой не найдешь, не вообще без вариантов. Да, вот все на русском языке, все как положено. Бокс оригинальный, с наклеечкой. Тут как бы это не это вам, видите? Ну, значит, игра оригинальная. Похоже, да, русское издание оригинальное. И постер был. Сейчас посмотрим, кстати, постер. Там этот показывает лайк. Ну, Никита, это, блин, жалко помялось, но ничего, выпрямим. Это, я думаю, пойдет в рамочку, короче. Никитос, ну ты вообще молодец, супер. Влад, вообще автопортрет. Да, красота. Фотопортрет. Блин, мне уже даже так где-то так. Подсоединился. Супер. Записываешь звук-то? Супер, этот постер вообще топовый. Так, идем дальше. Еще вкусняшки вижу. Все любят мамбу. Ты не поверишь, откуда это. Опять откуда же? Ты что, туда съездил за это, за Тагис? Из города С. Это тебе пришло. Нет, это такой подарок был. Да? Просто там все не лезло никак. Я решил разъединить и раскидать по коробке. Так, еще вкусняшки вижу. Ментос. Пряный микс. Да-да. Странно, Кока-Колы нет. Это вкусно. Надо было замиксовать там все. Оп. И идем дальше. Владу поиграть же. Это я. Поиграть же. Это я что-то. Я даже не помню. Помню, что такое, да, писал. Поклон, а что там даже Жирнова, но уже никто, включая самого Жирнова, не помнит, что там. Так вообще не знаю, что там. Ты не поверишь, я мы их все перепаковывал, не все, ужимал там вот эти коробки. Я тоже видел, ужимал. Что там. О, тут желтое золото и фиолетовое золото. А, да, наверное, что-то там эти карики какие-нибудь сборники. 35 в одной? Вот, желтое золото. Вот здесь игры классные, все разные. Давай, а сборники какие? Даже не там их, там, по-моему, 64 игры и все они разные. То есть вот со сборников, ну знаешь, типа с простыми играми, и вот они все разные, короче. Не повторяется. Да, они не повторяются. Там, да, по-моему, у меня такой же есть, несколько ДМС. Штучек в конце только повторяются. Ну, как бы вот там штук 60, по-моему, их точно есть. Вот ничего этот такой себе, один из таких, этот, из хорошей серии. Их несколько таких есть картриджей. Они немножко этикетками похожи, играми немного похожи. Там, допустим, различаются в какой-то, допустим, игр 30 или 40, может быть, одинаковых, и штук 20 уже разных, это между картриджами, то есть на одном картридже, у меня есть несколько картриджей, там игры похожие есть, там половине блин, разные. Блин, прикольно, надо будет... Жирнов опять сложно рассказал. Да, я сложно рассказал, переведи, Никси, как там. Все хорошо, продолжаем. Дальше идет картридж, который я просил Димку найти для меня, займет свое место на полочке, ностальгическая составляющая. Эти картриджи, когда они были не нужны, их было много. Не открывай его лучше. Ага. А когда Влад сказал, что надо, я нашел пока только такой. Короче, будет другой вариант, я тебе пришлю нормальный. Просто вообще ничего не попалось. На полочке он, и такой он там, подойдет. Я он думаю, там нормально. Подклеен тут... где-то по корпусу. Сзади что-то. Да-да, тут должен. Чуть-чуть корпус сбоку закоцан. Я вот не знаю, может быть, не будет видно на видео, но чуть-чуть он тут подклеенный корпус треснут. Но, блин, у меня был точно такой же картридж. Найдем еще. В одно время было, как Жирнов. Сейчас говорил, почему-то да, они стали мало попадаться. Либо в таком состоянии, что ну, стыдно, короче, отослать. Наверное, такие, как я, повспоминали, что у них когда-то такой был.
И вот на полочку они просто поставить. уже в руках да. таких, как ты, уже давно осели. Они уже много на руках. Но если попадаться будут, я помню, что тебе надо. И третья игра в коробке от Журнова, это на PSP. Ага, вот. Японка, я так понимаю. Да, японка. От Коя. Димка знает, что я собираю, да, серии Кои, игры от этих издателей, от этой компании. И вот подгон от него, я даже не знаю, это что это? Димон, переведи. О, я или забыл, Никси скажет. Гекусин. Никси, как, читай. Как же, я забыл, как она называется. Я тогда ее учил. Я пока занят. Учил, как она называется. Это серия какая-то. Ладно, сам переведу. Геки Сингоку Мусоу. Да, Геки Сингоку Мусоу, да-да-да. Точно. Там есть написано. В общем, очередная Мусоу от Коэй, которых... Ну, они, в принципе, славятся компаниями, много издают. Я думаю, наверное, они мое внимание как раз-таки привлекли количеством выпущенных игр. У меня почему-то прет на эту тематику, что PS2, что такие вот компании, которые очень много выпускают долгоиграющих серий, ну, как вот Dynasty Warriors у Koei. Ну и опять же пачку Musou. Дальше незапакованная PSP, по-моему, от Верхностарта. Все верно. История игрушек. Меня немножко отвлекли. Но я к вам присоединился. Видите, кухня, проходной двор. Ничего страшного. Ну, мы без тебя уже, да, с китайского, ой, с японского перевели. История игрушек на русское издание «Большой побег». О, прикольно, кстати. Вот это тут даже можно и запустить. Для меня это диковинка здесь. То есть на русском языке играю русские издания такого, ну, вообще, только наибайнайно еще... найти. Как кстати, раз... фишка в чем, что... На русском она звучит как «Большой побег», а в Европе она просто как Toy Story 3, по-моему, выходила. По-моему, да, сам на PlayStation 2 все... тоже было Toy Story 3. Да-да-да. Русская адаптация, да. Самая беспощадная. 3 превратилась в слова непонятные. Игра на русском, руководство пользователя на русском, сюжетный режим, мини-игры и приключения. Ну, это топ, топ-контент на PSP идет. Самая редкая редкость у вас там. Да, да, такого не найти. Идем дальше. Белый пакетик. Аравия профессионал. Профессиональная косметика. Ну-ка, кто у нас там будет? Явно от меня. Да, маску обрабатываю. Чтоб не старело. Оп-о! Да, беленькая что-то. Блин. Вот это круто. Вот это вот, блин, сегодня просто топ идет. Это угадайная тема. Таких только сколько? 3 было? Или нет? Да. 3, по-моему. Да. 3, да. Такой только у меня, Верхностарта и Майкла Джексона, да? Нет. У тебя, у Сани и у Монти. Блин, классно. Вообще выглядит офигенски. А, кстати, корпус, скажи, круто выглядит. Да, корпус вообще... Я до сих пор жалею, что отправил тебе и себе не оставил. Корпус, это, блин, стиплеру такое не снилось, такие корпуса. Не, корпус с Алиэкспресса, кстати. Да? Там дорогущий. Там хороший. Ты самое говори, дорогущий. Там хороший. А то все думают, там копейки. Да, не, на Алиэкспресса они, кстати, денег стоят. Вот. Ну и они и качество, когда я в руки взял, вообще классное качество. Да, качественные очень, да, согласен. Очень приятно лежит в руке, короче, подытожим. Так, дальше. О! Это под заказ. Сталкер. Сталкер. Это Сталкер. Старый добрый. Ждем. Что-то выпало. Ждем второго. Это Сталкер, блядь, один. Сталкер выпал, да. Ну, это для меня тоже. В мою коллекцию по Сталкеру. Ну, в принципе, все знают. Я пока не собираю, но... Сталкера подсобираю. Все, что... Все, до чего дотянусь. Давно просил парней. Недаром у тебя друг Сталкер. А ну что да. у тебя есть? Я сказал так же. Что у меня я есть? Я понимаю, эти да. самые коллекционки английские, ну, стилбук и обычно коллекционные издания «Тень Чернобыля» и этот самый, как его, господи, «Clear Sky», «Чистое небо». Ты погоди, а из русских, из вот этих, из «Джевелов»? Из русских нету, в том-то и дело. Да, вот сейчас вот первые, которые... Я говорю, погоди, сейчас будут еще и пиратки русские. Ну вот. Я всех сталкеров собираю, даже людей. Да, всех сталкеров будем.
Даже так. Людей. Дальше пакетик с косметикой от Йохнастарта. А, God of War, Volume 2. Блин, это тоже на поиграть. Тоже на поиграть, потому что хотелось мне попробовать. Попробовать God of War, который выходили на PSP, но в переиздании на PlayStation 3. Но у нас они стоят, блин, дорого. Очень дорого, вот эти HD-издания. Вообще, в целом, и God of War, именно Volume 2, который PSP-шный, издан в частности. То есть, блин, а вот Йохнастарт подмутил, подсуетил. Как раз игровой вариант. Блин, вот это классно. Тоже долго, этот диск тоже долго до меня шел, а потом долго шел еще до Никс. Да. А потом, хотя шел потом не очень долго изначально. Шел для меня, да. Там история. Я изначально хотел его подарить ретро-сталкеру, а он сказал, не, там не полный комплект, мне не надо. Я говорю, Йохнастарт, тебе надо? Он говорит, давай. Я говорю, дай я поиграю, Влад... я поиграю, дай я поиграю, да. Влад, там, короче, там у него жестика беда. Вот этот, God of War. Нет, там, это Collection Volume 2, и здесь... А смешные. Призрак Спарты и этот самый, Chains of Olympus, да. Просто... Димка, Жирнов, видишь, не только твои игры передаривают, но и мои тоже. Такое надо найти. У меня был такой, где первая и вторая, и в Essential почему-то, короче, у меня первый подвисал, этот, сохранение там зависало. Не знаю, может, это был у меня единственный глюк. Либо а что-то это такое может, было, мы обсуждали еще в чате, что там зависало. Это у меня не работал стик. Ну. Пиратский, потому я что... Я вижу, дальше идет еще сталкера. Теперь вижу. О, блин, офигеть. Холодная кровь. Что-то я... Это, короче, с этим продавали, я взял все, какие были. Блин, картонная коробка, такая чисто сталкеровская, в общем, повидавшая виды. Как раз в тех местах и нашлась. Да, блин. Блин, круто. Все равно выглядит прикольно, прям так аутентично, еще и на русском языке, все как положено. Мод «Холодная кровь» разработан на платформе «Чистого неба». Блин, прикольно. Я в такой не покорми. Играл. Я тоже там еще так... будет. У меня такого никогда не было. И вот опять. Сталкер, да. «Война за автономию». Где хоть вот такие дополнения какие-то, что ли? Да, это моды. Чувак с этим продавал все сталкеры, которые у него были, видимо. На я диске написано взял, «Чистое небо». Ну, я так понимаю, что на чистом небе... Тебя обманули? На юге зоны образовывается автономная республика, поступы к ней закрыты, бла-бла-бла. Да, это мод. Еще какой-то дополнительный... Развели еврейская автономная республика. А, типа диск на обложке одно, оно в рукаве, смотри, видел? Как будто, бля, лицензия. Вообще класс. Вот такой вообще фиг достанешь. Надо будет показать. Там парнишка один в инсте есть, фанат сталкера, откуда-то из Европы, не помню откуда. Сталкер, золотая клава. О, три в одном. Да походу Пеппер сам эти дополнения делал. Таких не существует. Сам в подвальчике. Открываешь, а там Fallout, да? Блин, как ты в тему сказал, Жирнов, нифига, тут чек лежит внутри оригинальный. Офигеть. Какой год, кстати? Сейчас посмотрим. Без чека не полный комплект. Да, чек это вообще топовая вещь. 25.08.2018. И... Вова только-только свеженький. 18. Так это из Казахстана. Тут 170 КЗ, я так понимаю. Это из Казахстана, там время исчисления свое. В Казахстане живу, да. Там время исчисления свое. Спалился. Спалил, где Йохнастартовка находится. Под Казахстаном. Санек, вырезаем все, запикаешь. Не, мне кажется, не 18-й год, чуть для 18-го да. года, мне кажется, познавато. Я не знаю, это какие-то фанатские моды. Может, там время? На чеке может, написано «Сталкер чист», «Меди...» «ООО Медиа Плюс», «Бла-бла-бла», «Оператор», 18.30, 25.08.18, 170 КЗ. Время есть. Так это просто 18-го года, не 2000, просто. А, просто 18-го. Ну, в общем, сборник сталкеров 3 в одном. Блин, класс. Сталкер, конечно, резко так пополнилась коллекция. Блин, спасибо. Спасибо, Пейпер. Круто. Ли еще я будет. Хоть буду знать, что ты его тоже нет, собираешь. Насчет КЗ я даже не в курсе, честно. Ты даже не открывал, как схватил, так... Ну, я открыл, посмотрел, что диски там есть и все. Так, с косметикой закончили, идем дальше. Сталкер, все.
Смотрю, чек круто, а даже не обратил внимания. Что-то. Вот за этим я долго гонялся. И наконец-то... Да. Наконец-то он у меня. Ты там еще должен был другие два показать. А еще к этому сразу, да? Ну, ты ж получил, но мы все ждем, когда ты выпустишь ролик. А, точно. В общем, ты Mortal Kombat, Deception на PSP от кого, парни, признавайте? Я уже не помню. Кстати, от меня. Это диск, купленный в разгар пандемии. Это когда это у нас было? Открывай, коронавирус выпрыгнет. Это в марте. Все, выпрыгнул коронавирус. Полгода шел. А, подожди, в марте 2020 года он куплен. Ну да, полтора года. Полтора года бежал. Уронил картридж Марио. Сашка, там про вирус запикаешь, а то забанят вас. Так, тачки на прокачке, Силд на PSP. А, это за участие в этой самой, в первой угадайке еще, кстати. Это когда было? В общем, это как раз за угадайку. За первую. Быстро идет все, да. Так мы же в самом начале говорили. Быстро дошла посылочка, на удивление. И, ну, естественно, без черной метки никуда. Да, да, да. 16 дней. А сколько лежало? Не, проблема в том, что мы когда прошлую собирали вам вдвоем с сталкером, туда просто все не влезло. И в этот раз все не влезло. И решили разделить, да. Да, пока мы пока это раздуплимся, там уже новые набираются, опять не влазят. Так, кулечек не подписан. Это, наверное, от Никси, если не подписан. А что ты точно раз на этот? Ну, посмотри, я не помню, там... А, это книга, все, я понял, вижу. А. Книжка тоже под заказ. Кстати, книги еще дальше будут, мы пока до них не дошли, я их уже вижу, но... Я еще скажу так, будет еще и для рыжего твоего там. А, еще? Нифига себе, да. Семен, ты буржуй. Сегодня праздник. Да. Там же говорю, мы же собирали полтора года, там постепенно Никси что-то приходило. Так. Почти добрались. Надо попасть погуще, упаковывать, чтобы там... не разрежь. И так хороши будут. Разрекламировал, по-моему, Димка Жирнов. Раздраконил нашу фантазию. Да. О, Silent Hill. А книжка оказалась шляпа. Начали просить парней нам тоже выслать чтиво. В общем, посмотрим. Хотя, Димка, ты говоришь, что ну так себе, да? Ну да. Искусстве. Ну, понятно. Такое. Но на полочке все равно будет выглядеть неплохо, мне кажется. А, ну, выглядит, и, конечно, оно почитай. Хорошо, да. Ну, да. А я что-то эту тему вообще пропустил. А я это... Димка разрекламировал и слился. Сашке захотелось такие книжки. Я говорю, ну давайте я вам куплю, и тебе, и Владу. Они, короче, согласились, и вот я купил и отправил. Ну да, Димка любит вбросить. И смотаться. А Сашке еще ждать эту книжку. Она как раз у меня сейчас лежит. Вот, да, решили почитать Silent Hill. Надо же вам... Димка бросит и... уйдет, а подписывает почему-то только Никси. А так же получилось и с одной приставкой, да, помните? Недавно приставка была. Да, конечно. Кто-то объявление скинул, слился, короче. Все, да, а что, есть кому покупать-то? А чё, надо им послать еще книжку, это, как его, коллекционер пустоты им еще послать. Ладно, нету. У Сани не помню. Была, не была. Правильно, весь хлам шли туда. Да. Нечего загрязнять тут нашу матушку России. У них в Лондоне вообще экологии никакой. Сплошной смог. Вот именно. Сейчас он в Глазго заседает. Ну, на момент съемки. Итак, идем дальше. PSP. PSP, Галыш, призрачная версия. Тебе надо было тут подпись какую-нибудь поставить, типа это самое. Да, у вас повис. Влад, ты повис. Да? Я вроде нормального слышу. Алло. Все. Все? Все, теперь нормально.
В общем, Галыш на PSP, God of War Chains of Olympus, все с тем же прицелом, но поиграть. В общем, вы меня, Павел, не задарили. Мне теперь свободного времени найти, не знаю, где сколько. Все Ты хочется можешь... почитать, посмотреть, Влад, поиграть. Влад. Ты можешь одновременно и на PS3 играть, и на PSP. Mm-hmm. Да. И на Switch, и книжку читать, короче. Не-не-не, в смысле, в God of War можешь одновременно играть. Ну да, да, кстати, и там, и там. Кстати, можно будет даже сравнить... По Может графончику быть, отличия, можно, там еще что-то. Кстати, ну, на, графончик, на PS3 интересно, там, ну, с таким же графоном, как на PSP, или подтянули немного? Лучше, лучше. Там должен быть лучше, на PS3 должен быть лучше, подтянутый с PSP. Да, я говорю, я сравнивал, лучше, лучше. Еще зелененький конвертик неподписанный. Ну как неподписанный? 17-18-25-11. Это что за коды? Код. Может, я тут спалил. Санек, запикивай, короче, все. Это координаты. Да-да, координаты. И у нас внутри. Че там? А, блин, Игорян, спасибо. Блин, я уже и забыл, вполне. Это подгон от Игоряна. Гика-гика. 18-е, по-моему. Да, 18-е FIFA Legacy Edition. Редкая. Редкая. Владу ретро-сталкеру, смайлик, спасибо, спасибо, Игорян, вещи из магазина, там все ссылки, как всегда, все в описании будет, от Игоря Гика-Гика, своего магазинчика. У нас так вообще, блин, я не помню, видел я, не видел. Ну, 18-я какая, по-моему, 19-я там еще есть, да, на PS3? Да. Кто шарит? Ну, вот, типа редкие. Редкие. Ну, редкие должны быть. И The Art of Fallout 3, вау. Сегодня у меня постапокалиптика вообще пополняется. Ты уже забыл, что ли? Да. Это я тебе там. Да, забыл. Говорил. Ну, не, я сейчас вспоминаю, что что-то было с артбуком, но, блин, класс. А нам покажешь? Это из какого-то издания, да. Ты, я спросил, тебе надо, ты сказал, надо. Вот, я тебе запихнул. Ну, ты же знаешь, я там не глядя, все, короче, все надо, потом разберемся. Блин, офигенский артбук на самом деле. Скорее всего, да, из Collector's Edition или... Ранее этого, предзаказного. Да, все виды оружия, тут все концепты, блин, класс в этом самом плотном переплете. Conceptual Imaginary. Класс. Литературка, игры, все как положено. Все в одной посылке. Все не влезло, Влад. Там в основном пейпер все место свободное занял. Да я виноват. Как всегда. Так, Влад from London. Не подписано. Сам себе отправил. Да-да-да. Это мне от меня. И чем же ты себя порадовал? Сейчас посмотрим, чем я себя порадовал. Я порадовал себе PS4. Ой, май. Да. Там Республика и Нептуния. Контрабанд Эдишн. Скрывать будешь? Правду все хотят узнать, все-таки они. Да, то обещали. Так народ правды и не узнал. Так он силдовый или нет, а то я тут так размахиваю. Ну, в принципе, уже не важно, был он силдовый или не был. Пакетик знакомый красненький. С чеком, все как положено. Да, силдовый. Ну, я знаю. Это от кого? От кого? От тебя, Колян, наверное. Валькирия. От кого сладости? Из города на букву С. А, да? А что, поменялся, что ли? Там в чеке, посмотри, какой город написан. Там видео, наверное, город есть. Он специально ездил туда затариваться, говорю. Да нет. Я такой же Саша стал пилотом. Это братский подгон. Ну, человек такой... 65. Там где-то город должен написаться. Место. Москва. Да, да, город С. Я уже вообще не помню, о чем мы делали, чем мы менялись, на что. Ну, короче. Ну, просто братский подгон. Силдовая Валькирия. Спасибо за братский подгон. И еще что-то. На букву С. И еще что-то. Он тут что-то поменьше.
Потом будет. Я тогда же у тебя спрашивал, Влад, тебе нужна Валькирия? Ты говоришь, мне уже подгонят ее. И я Сашке сходил, купил. Вообще не память, а дырка, реально не помню. Да, за полтора года все можно забыть. Да, ну, конечно, да, сколько прошло. Мы не молодели за эти полтора года, наоборот. Таблеточки надо пить. А, тут конфетки, кстати, за конфетки спасибо. Таблеточки для памяти или не конфетки? Я Никсе сегодня про витамин сказал, он меня обругал. Я уже сходил, попил. Попил? Попил. Попил, да. Витаминки попил. За полтора года много чего изменилось. Я там. Да, что-то не произошло. Димон, как всегда, вкинул. Будут говорить, что вот, даже город не называют. Да. На булки намазывают. На булки намазывают, города не называют. Это на Новый год подарок. Да. Ёлочки. На прошлый. А только на который, непонятно. Это не просто с Новым годом, это с наступающим Новым годом. Так что это можно. Это как раз в тему. Это, кстати, от Никитки Гуннера. Что вы гоните? Да, его это. А еще один. А, ну это на прошлый, да. Тот на этот был Новый год, этот на прошлый. Владу from Подольск, with love, с наступающим Новым годом, Гуннер. Ну, все как положено. Сейчас что, у нас ноябрь месяц, да? 1 ноября, да. Вот спалю дату съемки. Как раз с Новым годом. Как раз с наступающим Новым годом, что вы смеетесь? Так, Никито, спасибо большое, давай посмотрим, что у нас там. Кстати, блин, это есть... Ох, нифига себе. У нас лютая пираточка сегодня. Вас такой же диск, как ВНС давил. Нет. Thrill Kill на PlayStation 1. О, да, да, прикольная игра. Да, да, круто, вообще не знаю, что это. Это то, что я хотел, а что это? Не в такой обложке. А это которая, типа, не выходила официально, да? Как это? Тут вон у меня с подписью издательства. Вроде да, но не знаю, у меня на пиратке была. У меня была. Тоже на пиратке, как-то. Она и есть. Она... Только с другой обложкой. Знатоки, напишите в комментариях, выходила официально или нет, потому что я говорю, у меня с подписью издательства, вот. Потому что это, долго гуглить и нам лень. Да, нам да. Долго и нам лень. Во, все, выходило, она... говорит. Мне подсказывают, мне Суфлёв подсказывает, что выходило, да? Все, спасибо, Никитос. Коллекцию. И суфлер. Да, суфлер. Так, у нас остаются книги и загадочная коробочка. Да. Давайте, наверное, книги и коробку потом, да? Давай. Там коробка самая ценная, ты че? А, ну вот, тем более, видишь, как я удачно. Несколько книг по моей просьбе ребята замутили. Сегодня ВНС нас будет... замутил. Да, ВНС замутил. Во всем виноват ВНС сегодня. Я говорю, столько да. Посылки занял. Не положить было там Владу больше ничего. Бестселлеры Голливуда. Индиана Джонс. А с другой... А, два, да? Там? Да, два там, Индиана там. Джонс, с двух сторон. С иллюстрациями, с фильмов, все как положено. Ну, я думаю, зрители знают бестселлеры Голливуда. Читали. Не читали. Нет, да. Там смотрит молодежь, они, наверное, не знают. Команда. Команда. И мысль страха. Кстати, не смотрел, есть смысл почитать мысль страха. Я чуть не помню, что я смотрел. Конечно, лучше читать, чем смотреть, все верно. Ну. И потом говорить, не, книга лучше была, чем фильм, да. Особенно это, да. Фильм лучше был, да, чем книга. Потом Робокопы. А, нет, да, Робокопы, все правильно я сказал. Первый и второй. Mm-hmm. А с другой стороны у нас другие 48 часов, тоже не помню. Хотя, ну, такой, картинки похож. Да? Может, да. Может, смотрел просто давно, не помню уже. Ну, он в таком прикиде. Первая часть хорошая, вторая так себе. «Жажда смерти» 1 и 2. Аж две части в одну книгу поместилось, половинку. В общем... И еще тут Лада ждет «Палач». Книжка, но она уже отправится в следующей посылке. Он как-то хотел книгу свою пополам поделить. Себе и сталкеру, короче. Мне говорит, это, с другая сторона не нужна, сталкеру отправь. Да-да, отправь сталкеру ту, а мне вот эту. В общем, бестселлеры Голливуда, это, даже не знаю, как это назвать, классика постсоветской
постсоветского литературного издания. Постсоветского апокалипсиса. Да, постсоветского апокалипсиса. Да, кстати, хорошо звучит. В общем, пополнился книжечками. Литературу сегодня знатно. Пираточка вообще четко. Все, что в Лондоне не найти. Вообще без вариантов. Так, сейчас я перепроверю, да. Остается одна загадочная коробка. Написано неуверенной детской рукой маленькими буквами Жирнов. Это, может, я кому-то отсылал. Там, наверное, не мое. Не знаю. Так, Коля говорил, что тут должен быть топ. В этой коробке. Нифига себе, что это? О, да, это от Коли. Никси-пикси. Это не от Коли, это от верх на старт и от меня. Причем то, что маленькое на поиграть, я назвал как коробки пустые. Угу. Чтобы я... не платить, да, лишний, да, раз. Сразу первую попавшуюся вытягиваю. Metal Slug. Угу. На Advance. Так, Metal Slug. Следующее. Oddworld. Я не представляю... Mountain Dew реклама. Я, yeah, кстати, не представляю Oddworld на GBA. Я вот только на PS1 играл. Йоши. Ну, так он на PS, да. Кстати, надо будет посмотреть. Йоши. Йоршик. Йоршик. Fantasy Star Collection. Несколько частей. Не просто, а коллекшн. Коллекшн, да. Коллекция. Дубль Драгон, как мы любим. Вот, не ты что-то быстро там так показываешь рукой зрителям, так жух. Они там вообще, наверное, ничего не видят. Ты там... лучше нам не показывай. Они пускай думают, что это лицуха. Ну конечно, я же так специально вот так вот быстро, типа, блин. Я... Сейчас представляешь, все сидят, и нифига себе Никси, да, короче, там раскидывается. Metal Slug на этот самый. На Advance там. Йоши. Влад на поиграть, вот и получил на поиграть. Йоши с Island, причем на русском языке. Да, дорогие зрители, это все пиратка, это чисто на поиграть. Потому что, ну, в принципе, так на портативке я не сильно подсобираю в коллекцию, а на поиграть иногда хочется зацепить с собой тот же SP, и, ну, как бы, когда есть свободное время, где-то вне дома поиграть в игры, а тут, конечно, топовые тайтлы, вот Никси мне прислал. В общем, самое то. Влад сказал, я хочу экономить деньги, не хочу не хочу покупать эти лицензионные, дорогущие, мне так на поиграть. Да, вот чисто заценить и experience получить. Shining Force, причем бокс у него, бокс как будто оригинальный. Прям, да, Game Boy Advance. Пираты постарались. Так тут сзади Nintendo написано, но закруточка не оригинальная, шурупчик. Но бокс как будто оригинальный. А лет 20 пройдет, и это будет цениться. Да, кстати, и это станет говоря лицензией. Какой-нибудь ролик снимет на канале. Лицензией это не станет. Через 20 лет, мало ли. Дэнди же стало, ты же говорил. Да. Дороже, чем лицензия. Лицензионная Дэнди. Мы с Никси расскажем скоро про это. Мегамен. А еще неизвестно, кто первый. Тут не факт будет. Мегамен Battle of Network 2. Капком. Да, надо в это чуть-чуть такое ускориться. Мегаман какой-то. Battle Network 2. Battle, да, Network. Что-то их очень много. Самописные уже. Advance Wars 2. Никси прям было это россыпью. На... О, Contra Advance. The Alien War. Нет, Alien Wars, да, все правильно. Все правильно прочитал. Comic Zone. На Advance. Где вот где найдете? Mm-hmm. На русском там, скорее всего. Еще и на русском, да. Рейтинг, правда, американский. Animusha Tactics. Animusha, да еще и так. Вот именно, еще и на Advance. Army Man Operation Green, это я не помню. Это с подъемом, да? Это лайфбак, как мы любим. Это я к Paper Mario поставлю, довесок такой маленький. Это чтобы изучали этот самый экран. Ну я не удержался, но надо было, да? Я так и понял. Дрилло... Что-то неприличное написано, как это называется? Дрилдозер? Да. Дрилдозер. Это про что, Никси? Я что-то такое не помню. Лучше, ну, не спрашивай. Тебе вроде понравилась картинка, я говорю, ну давай. Да? Ну ладно. Pokemon Ruby Version.
Рубиновый покемон на Адвансе. Advance Wars, еще одни. Тут какая часть? А, да, первая и вторая часть, получается, сразу в сборе. Сашка, обязательно геймплей вставляй в этот ролик. Да-да-да, на все. По 5 секунд. Mega Man Battle Network, первая часть. Вот сет собрал. Видишь, да, сразу дуплетами. И последний на Advance сегодня. Червяк Джим. Просто Червяк Джим. Да, вообще топовые игры. Но, да, больше нету на Advance. Ну и топовая вещь. Ага. Правда, что так вверх ногами. Мультиварка. Потому что она с другой стороны не лезла. Кастрюля какая-то, без ручки. Да. Что же здесь может быть? Золото-бриллианты с наклеечкой. Тяжелая, да, коробка? Тяжелая, чувствуешь? Ну, так, нормально. Чувствуется. О, и тут сразу же, блин, естественно, Семену. Вот это облом, я уже настроился сейчас, короче, лицезреть. Нет, ты сам можешь съесть. Это я могу и сам съесть. Все, Семен, все хватит на сегодня. Хорошее место было, пустое, я думаю, надо пользоваться. Но это долго лежало. Это, мне кажется, знаешь, это, короче, не-не-не, мы говорили с Владом. Влад говорил, что типа Роял Канин закончился у них. Да, нам не завозили. Мы вышли там из Евросоюза, и к нам в какой-то момент не завозили, сейчас вроде бы начали появляться. Ну там и что-то в коробочке вещь должно еще быть. То, что я ожидал сразу увидеть. О, бэм. Упало. Битка, это битка. Играть. Да, битка. Медаль за отвагу, медаль за угадайку. Надо будет как-нибудь подмутить себе. Ты ее просверли, короче, и... Да, надо будет посверлить. А там золото внутри, облито пластиком просто. Лизни. Кстати, она с вкусом шоколадным. Я шучу. Там же еще на коробке арт от Пейпермана нарисован на крышке. Ну я каждого там рисовал, да. Это Влад. Это у нас была сиськи какие-то. За отвагу и за участие. Это медали Lucky Loser. Да, да. Нам с Никси очень везло. Тебе, Никси, тебе надо было положить ее туда вместе с медалькой еще сверху. Я уж не хотел перезапаковывать. Я такой, ай, накидаю туда вот так вот. И все. Ну ты положишь сам. В общем, дорогие зрители, кто не в теме по поводу этих приколов с Аруменом нашего внутрика, все пересматривайте чемпионат угадайки. Там много интересного происходило, разных приколов. Слушай, надо было на медали написать, играли, но не угадали ни одного лайфа. Да. Но вы же дизайн заранее делали, да, еще тогда не знали. Так бы ты мог бы тут сзади ко-ко-ко и лайфбаф какой-нибудь еще прорисовать. В общем, такая вот, дорогие друзья, посылочка. Надеюсь, вам было интересно. Очень много крутых, прикольных ништяков от ребят. И книги на почитать, игры на поиграть. В основном все на поиграть, то есть будет задействовано не только лежать на полке. Но медаль, конечно, топовая. Я думаю, Армимена я буду хранить вместе с этой медалькой внутри. На там память. Конфетки съешь, там конфетки еще внутри. Нет, конфетки то. Через 30 лет с Никси пожуем, он любитель. Он любит старое жевать. Так, ну это далеко не все, что да, влезло в посылку. Много чего не полезло. Я часть еще Сашке отправлю. Он потом как-нибудь тебе переправит. Потому что мы так, пробная посылка такая, мы вот не знали, как дойдет, не дойдет, придется тебе платить, не придется там. Пробная такая небольшая. Ну, как небольшая, 6 килограммов, там нормально, прилично. Ну да. Вот. Так что все круто, жди теперь уже в следующий раз 10 килограммов. Никси, заметь, что из России посылки доходят намного лучше, чем из Евросоюза. Согласен. Есть такое дело. У нас сейчас, кстати, да, мы же уже не в Евросоюзе, я от ребят сейчас получал, мы там хлебнули, в общем, тоже горе. То есть да, мне там из Германии получить или из Франции через вот тут, через Ла-Манш, сложнее было посылку, чем вот от Коляна из Йошкар-Олы из России. Дольше и гемов не доходило. В общем, будем закругляться, прощаться, чтобы не тянуть этот хронометраж. Давай.
Дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо за ваш просмотр, лайк, возможный комментарий. Надеюсь, было интересно. Сейчас ребята, я думаю, поочередно тоже с вами попрощаются. А за сим я откланиваюсь. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Давайте поочередно, вверх на старт. Все, всем счастливо, надеюсь, было весело, мы посмеялись, глотки подрали, рассказали удивительных, интересных историй. Все, всем счастливо. Димон? Ребят, спасибо за просмотр. Я надеюсь, мы с вами увидимся на следующей распаковке уже вместе с Сашей и Сталкером, так как от нас пойдет ему тоже большая коробочка. Все смотрите и увидимся. Хлебозрелищ. И Коля Никси Пикси, ответственный упаковщик. Круто, наконец-то мы посмотрели, что внутри этой посылки, повспоминали с ребятами, было интересно, я уж сам забыл, что там кто отправлял кому, короче, что вообще там лежит. Скажи, как есть, так и говори, что уж там. Так что всем, ребят, спасибо, всем пока.